Дорогие друзья, хочу вам презентовать стихотворение, которое войдет в мой сборник от Лонжерона до Гудзона. Стихотворение называется «Байка». Это одесское юмористическое стихотворение. Рассказал знакомый байку, все как было без утайки. Начал он вот так про это. Я, братан, женился летом. Девка чудо хороша, есть и сиськи, и душа. Все, что надобно для счастья, имя редкое, но Настя. Ноги в руки колтарю, что имею, ей дарю. Дом купил, обставил сразу, чтоб на зависть всем заразам. Шмотки, туфли, Мерседес. Золотых колец обвес. Да чтоб я так жил, братан. Там бассейн, цветы, фонтан. А она ради забавы мне такую, блин, подставу. На работе был пока, привела в дом мужика. И теперь этот проглот в моем доме, блин, живет. Да ты что? Но вот ведь бабы, хоть женись теперь на жабе. Жаба то мимо ворот мужика не проведет. Прав, но что поделать, любит. От меня ведь не убудет. Хоть не ожидал потом я жену делить с котом. Так, куда пошел?